Анонс, и точно до выхода 55-й серии турецкого сериала «Разведка». 55-я серия сериала выйдет в эфир 13 ноября. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как пока Омер пытается узнать, кто его спас, Эфкар беспокоится о том, видел ли его Омер. Пожертвовав жизнью своей дочери ради себя, Хартли активирует следующий ход своего плана, которому мешает спасение Селин. В ходе операции, инициированной разведкой, Омер и Зихра вместе отправляются на задание. Чтобы преуспеть в этой непростой операции, им придется отложить в сторону свои личные недопонимания. Пока Коркут радуется выписке Зейнеп, он сталкивается с горькой правдой. Гнев Коркута застилает ему глаза, в то время как напряжение между Омером и Зихрой постепенно нарастает. Неожиданная ситуация в конце операции вот-вот загонит команду в тупик. Напомним, 55-я серия сериала выйдет в эфир 13 ноября. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.